Всем огромный привет! Хочу показать свой заказ в компании Oriflame. К сожалению, у меня нет каталога, по которому я делала заказ. Нету у меня и следующего каталога, поэтому я не помню номер. Кажется, по 10-му каталогу был заказ. Но тот, который сейчас вот еще заканчивает действие. Не смогла я пройти мимо кускового мыла. Опять оно меня соблазнило из серии Discover. Но вот мелькали эти кусочки, а у меня таких нет. Поэтому я решила их взять. Майами, розовый симпатичный такой кусочек, голубой Исландия, такой симпатяга, и Танзания желтенький. Ну как пройдешь мимо такой красоты, приятный у них аромат, ну и шуршат они прям так привлекательно. В конце каталога было предложение на некоторые парфюмы. Их было там 4. Они являются одними из лучших в компании. У меня 30 мл Paradise уже есть. И я давно смотрела на Eclat Femme. Дело в том, что Леночка Никандрова, спасибо тебе огромное и привет тебе, Лен, присылала мне пробники. И я влюбилась. Вот в Paradise влюбилась, но еще больше я влюбилась в Eclat Femme. И когда я на последней страничке увидела, что он есть в миниатюре, 15 миллилитров, и причем цена была в районе 150 всего рублей, ну как можно пройти мимо. Аромат, вы знаете, дорогой, красиво звучащий, ну я не знаю, настолько он меня привлек и понравился, что я думаю, почему я взяла вообще один. Конечно, запасов много, но таких красивых ароматов, ну не так уж и много в компаниях. В каждой есть что-то очень красивое и интересное, но вот это вот прямо очень понравился. Если кто-то не знает этот аромат, девчонки, я советую потестировать. Возьмите пробник, потестируйте, он очень красивый. Я бы его назвала цветочный, но я не знаю, какие там ноты. У меня есть один из каталогов за 15-й год, и нету ноты этого аромата. То есть я его тут нашла, но хотела найти ноты, не нашла ноты. Было предложение в том каталоге на помады. Сейчас скажу, как называется сама серия. Губная помада 100% цвета. Если берешь 3, то каждая по 99 рублей. Мы с мамой на двоих взяли действительно 3 помады. 2 взяла мама, 1 взяла я. Одну я отставлю, у нас 2 с ней одинаковые. И покажу, какие мы заказали. Мама живет вместе со мной. Она сказала, можно потестировать и сделать сводчи. Первый цвет называется «Изящная фуксия». Нравится мне эта помада тем, что у нее, посмотрите, какой большой стик. Действительно большой, красивый оттенок. Фуксия. И давайте посмотрим, как выглядит на руке. Красиво на губах, он не очень яркий, не так, как в стике, то есть в стике более яркий оттенок, но, по-моему, смотрится очень красиво. Понравился, мама сказала, что будет носить с удовольствием, прям понравился. И второй оттенок, который мы взяли обе себе, он назывался, сейчас скажу, нежный перламутр. И вот так выглядит. Очень красивый оттенок. Ну, для любителей, конечно. Тут перламутр видно, есть. Эта помада уже светлее первой. Видно, да? Тут уже такой перламутровый блеск. И она подходит тем, кто действительно любит перламутровые оттенки. И не очень яркие. То есть нежно-розовый оттенок. Я не раз говорила, что у меня пигмент губ почти белый, и поэтому на мне все это смотрится достаточно видно. Если у кого красные губки, на них это все потеряется, то на мне хорошо. Вот такие оттенки. Единственное, я могу про эти помады сказать. У меня раньше их не было, вот как бы я впервые тестирую. На аромат они
напоминают помады там 80-х годов. У них, если вот есть привычка облизывать губы, то вам не понравится, у них есть привкус небольшой. У меня нет такой привычки, то есть я специально потестировала, когда на вкус попробовала, есть небольшой привкус у нее. Но в целом, вот так если на губы нанесла, что вот некоторые говорят, аж прямо в рот этот привкус лезет. Нет. Если не облизывать губы, нет такой привычки, то нормально будут носиться. В целом мне помада понравилась. Девочки, кто часто пользуется такими помадами, ну, расскажите, как вам они. Далее, еще одно предложение было. Акция на помады. Сейчас скажу тоже, как они называются. Я только знакомлюсь с Oriflame, поэтому плохо знаю название. Губная помада Zevan Power Shine. Вот такое название. Выглядит она вот в таком... в упаковке в такой и вот в таком футлярчике. Очень симпатичная, яркая. Взяла я себе оттенок лепесток сакуры. Она достаточно такая светлая. Так, сейчас покажу. В ней уже стик небольшой. Точнее 1,7 грамма. То есть закончится достаточно быстро. Тут уже прямо чистый, даже не перламутр, а блестки в нее входят. Ну, сейчас мы с вами нарисуем. Она тоже достаточно светлая. Простите, горло першит. Немножко приболело. Достаточно светлая. Блестки мелкие-мелкие. То есть не сказать, что они прямо будут чувствоваться на губах, лезть в рот. Нет, вот вчера носила, совсем не чувствуются. В рот не лезут, по лицу я их не встретила после того, как у меня помада сошла. Ну, один раз это не тестирование, это я согласна, поэтому буду еще смотреть. В целом мне помада понравилась. Я люблю перламутр, я люблю блестки, поэтому я к таким помадам отношусь очень хорошо. Это мне сложнее, куда с матовой подружиться, а вот такие варианты мне больше нравятся. Чтобы эту помаду получить за 99 рублей, нужно было что-то взять с определенных страниц и, по-моему, тоже из серии The One. Я выбрала корректор. Это корректор, я сейчас вам тоже про него прочитаю. Я все нашла в старом каталоге, и поэтому я тут такая более-менее грамотная получается. Вот так выглядит 10 мл этот корректор, он же консилер. Стойкий корректор, ультрастойкий консилер, маскирует все несовершенства кожи, обеспечивая 25-часовую стойкость. Вот, то есть 26 носить нельзя. И защиту от стирания, формула с защитной технологией и восстанавливающим комплексом. Она шла в двух цветах, она, он, корректор и консилер в светлом и естественном. Я взяла светлый, но когда... я его получила, конечно, пожалела, что взяла светлый. Светлый вот имеет такое название. Он слишком светлый. Прямо совсем капелечку надо. Чувствуется, что он стойкий, достаточно плотный. Видите, у него розовый такой подтон. На глазах еще не тестировала. Хотя я сегодня... и уходила из дома, но я торопилась и боялась, что вдруг выбелит глаза, и я буду смотреться нелепо, а перекрашиваться мне уже было некогда. Я завтра никуда не иду, поэтому я дома потестирую. Но расстроилась, мне показалось, что слишком светлый. Вот смотрите, он ложится пятном белым. Конечно, если я сейчас разотру, он вотрется, он в кожу войдет, но все равно видно, это... светлое пятно. Не сильно, конечно. Но... единственное, я думаю, что рука все-таки более загорелая, а под глазками светлая кожа и синячки синие. Может быть, как-то вот оно будет хорошо. Вот сейчас прям вот оно вроде уже и слилось. Да? Ну, потестирую. В любом случае, рука у меня загорелая и немало загорелая. Вот так вот еще раз покажу помады. Так они смотрятся. Помадами я осталась довольна. Ну, мои две, вторая и третья, вот нижние,
а верхняя мамина. Понравились. Вот такой был небольшой у меня заказ, но в целом я им осталась довольна. Спасибо всем за внимание и всем пока!